Франция шокирована трагедией в Тулузе. Интенсивные поиски преступника, убившего троих учеников еврейской школы и раввина, ведутся по всей стране. Розыск убийцы с целью его обезвреживания ведется всеми средствами. Действительно всеми. По последним данным, на шлеме убийцы, скрывшегося с места преступления на мотороллере, была укреплена видеокамера. Предполагается также, что именно он виновен в расправе над четырьмя военнослужащими, которые были убиты на прошлой неделе, также на юге Франции. Президент Саркози объявил на юге страны высший уровень террористической угрозы. В понедельник вечером на улице Парижа для участия в марше молчания вышли тысячи людей. Я здесь, потому что это преступление касается не только еврейской общины, но и всей Франции. Николя Саркози, так же, как и его соперник на президентских выборах Франсуа Олланд, принял участие в траурном богослужении в Центральной Парижской синагоге. Тем временем к месту преступления, к еврейской школе в Тулузе, люди приносят цветы, свечи и письма в память о погибших.